Всем привет, и как вы видите, я выиграл турнир Galaxy Cup 4. И вот эти все предметы, которые нам дают за победу. Я занял 192 место. Играл я на телефоне. 192 место по Европе. Вот. Значит, это нам дают за 8 поинтов. Галакот. Неоновый эквалайзер. Сияющая галактика, галактическая вспышка, разящий проигрыватель и диско-бит. Ну, пойдет, прикольно. Эмоция пойдет. Если буду за этот скин играть, я, наверное, все за мной будут бегать. Например, Биострилус буду играть, все за мной просто будут бегать. Вот 100%. Ладно. Значит, вот. Вот эти все предметы я получил бесплатно. Набор, ну, наверное, будет стоить около 2000 баксов, или 200, не знаю. Ну, это эмоция, скорее всего, 500. Кирка, не знаю, 800. Или со скином, не знаю, наверное, без. Обертка 500 и скин 1500. Вот. Окей. Окей, спасибо. Не знаю, почему меня тупо все приглашают. Ладно, странно. Как будто не знаю то, что я выиграл. Окей. Ну вот, поддерживай меня в магазине предметов, если вы, допустим, будете покупать этот скин. Огромное спасибо, кто покупает какие-то предметы в магазине с моим тегом. Буду очень благодарен вам. Ну, а мы погнали, ну, я погнал показывать, как вот этот скин выглядит в игре. Let's go. Погнали. Окей, ребят, я зашел доснять видос. И знаете что? Захожу я в Fortnite на телефоне, и потом захожу на турнир Galaxy Cup 4, посмотреть, какое место занял, и меня опустили аж до 246 места. Да, конечно, лучше 192, но ладно, пофиг. Главное то, что я забрал скин, это самое главное. Также не забудьте поддержать меня в магазине предметов. Огромное спасибо, кто меня поддерживает и покупает какие-то предметы. Самый лучший тег автора Марк, нижнее подчеркивание, BCN. Окей. Давайте посмотрим обертку, потом кирочку, ну, стиль и так далее. Если чё, на экзотических пушек обёртка не действует. Вот. Давайте возьмем автоматы. И дробаш. Вот. Если честно, мне больше нравится обёртка с первого турнира Galaxy. Мне эта обёртка не нравится из-за того, что там спереди добавили звезду. Ну, тоже неплохая обертка. Пойдет. Вот. Дальше давайте дробаши посмотрим. И что у нас осталось? ППшка, это и это.
давайте на граблер еще посмотрим. Вот. Ну так чуть-чуть видно. Окей. Давайте сейчас на кирку посмотрим. Вот так она выглядит, если мы будем по воздуху ударять. Ну, какой-то след от нее есть. А вот это при ударе. Ну, здесь есть эффект. Давайте посмотрим, если есть какая-то разница, если будем ударять по слабым местам. Вроде бы нет. Ну, я не вижу разницы. Окей. Ну, вот, в принципе, кирка. Ну, рюкзак. В принципе, нету здесь ничего особенного. Потом поставлю я оценку на этот набор. Но если будете покупать весь набор, то купите с моим тегом. Буду очень благодарен. Будет вообще офигенно. Ладно. Эмоция. Эмоция прикольна. Мне нравится. Ну, короче, кирка, бэкпак и эмоции не совсем прям подходят к тематике Galaxy, но пойдет. Ну, кирка мне вообще не нравится. И бэкпак. Что-то они не подходят. Ну, и даже если кирка бы подходила, то, не знаю, она мне не нравится по форме. Давайте без бэкпака. Кстати, вот, если что... Не рекомендую бэкпак юзать к этому скину. Вот видите, странно чуть выглядит. Типа бэкпак на волос. На волосах, короче, бэкпак. Вот, ну чуть странно. Ну юзать, в принципе, можно. Но странно так чуть выглядит. Вот, допустим, вот это, ну вот странно. Вот. Давайте еще там катана была. Во. Это что? Вот это что-то странно. Ну вот. Ну, бэкпак, как видите, чуть так. Не подходит. Вот, со скина мне нравится вот эта звезда. Если бы ее убрали, мне кажется, скин был бы прикольней. Намного прикольнее. Давайте без бэкпака посмотрим, как выглядит скин. Потом уже оденем другой стиль. Можно, пожалуйста, выйду? Окей, спасибо. Вот, без бэкпака. Но без бэкпака получше. Давайте посмотрим другой стиль. О, вот такой. С шлемом. Напишите, какой вам стиль больше нравится. С или без шлемом? Мне без. Вот, вот так выглядит шлем. Давайте посмотрим, как скин выглядит в режиме строительства, ну и кирка. Я не буду там супер редачить, чтоб лучше был скин виден. Ну вот так, короче. О. Вот.
Ну все, в принципе, вроде бы все показал. Лучше денем другой стиль. Так, выглядит, короче. О, шлем такой. Ну и вот этот другой стиль. Надо сейчас оценку поставим этому набору. Вот. Так, кирка выглядит в редакте. И давайте еще на гафте посмотрим. За 8 поинтов дают. И все, в принципе, ребят. Все показал то, что надо было. Короче, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, нажимайте на колокольчик. Не забывайте поддерживать Магдини. Мальчишки бассейн, самый лучший тег автора. Ну, и скоро будет розыгрыш на 2000 баксов. Окей. Подписка, лайк, поддержка магазина. И всем пока, удачи.